Филарет намерен возглавить Украинскую поместную православную церковь. Филарет намерен возглавить Украинскую поместную православную церковь, если это доверят ему архиерейский собор, пока Вселенский патриарх хочет, чтобы Украинской церковью управлял митрополит, а не патриарх, сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире Украинского радио. Будущий глава Единой Украинской поместной православной церкви будет соответствовать отдельным критериям, по которым его смогут выбрать на объединительном архиерейском соборе. Есть критерии. Во-первых, надо иметь богословское образование. Надо знать церковные каноны. Надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет, то дела не будет. Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы Украинскую церковь возглавлял архиепископ, митрополит, а не патриарх. Но наша церковь уже приняла решение, что предстоятель УПЦ будет иметь расширенный титул. То есть будет и расширенный титул, и сокращенный. Расширенный – это архиепископ и митрополит Киевский и всей Руси и Украины, а узкий будет для нашего внутреннего употребления. Патриарх Киевский и всей Руси и Украины, рассказал Филарет. Отвечая на вопрос журналиста о готовности поступить со собственными амбициями для создания единой поместной православной церкви, патриарх заявил, что хочет довести дело до конца. «Не могу сказать, кто мог бы быть конкурентом. На избрание главы Единой Украинской Православной Церкви, нет, не готов поступить с амбициями. Почему нет? Не потому, что я считаю себя таким, а потому, что Москва сделала все для того, чтобы разрушить Украинскую Православную Церковь», заявил патриарх Филарет. Филарет подчеркнул, что намерен возглавить Украинскую поместную православную церковь, если это доверят ему архиерейский собор, поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую церковь и довести дело к завершению, я должен работать до конца. Если мне архиерейский собор доверит, если не доверят, тогда уже я с себя ответственность снимаю, тогда они берут на себя ответственность за создание единой в Украине поместной церкви, добавил Филарет. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.